Перерасчет пенсии работающим пенсионерам производится ежегодно с 1 августа, напоминает в телеграм-канале промышленного района. Пенсия увеличивается на стоимость пенсионных коэффициентов, накопленных в предыдущем году за счет уплаты взносов, но не более чем 3. Если она назначена в 2021 году, то стоимость коэффициента составит 98 рублей 86 копеек. В телеграм-канале Ленинского района рассказывает о правилах безопасности на водоемах для детей. Во-первых, стоит избегать купания в незнакомых местах. Во-вторых, при купании запрещается заплывать за границы зоны купания, нырять и долго находиться под водой, переохлаждаться, купаться на голодный желудок. Категорически запрещается купаться на объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами. Купание запрещено. В Самарском метрополитене для пассажиров из числа маломобильных групп населения предусмотрена помощь в перемещении, напоминают в телеграм-канале городского департамента транспорта. О своем желании перевезти особенного пассажира нужно заранее сообщить по телефону 8-902-293-6560. Работники станции метро обязательно вам помогут. Выйти на пробежку, велопрогулку или на занятия йогой приглашают в телеграм-канале Красноглинского района. Виды спорта самые разнообразные. Каждый найдет активность по душе и весело проведет время. Тренировки проходят бесплатно по месту жительства. Их график можно посмотреть во вложении на странице телеграм-канала.